Вы на канале Бомбино Злата. Сегодня мы решили половить настоящую океаническую рыбу вместе с Немо и черепахой. Папа с доченькой решили в таком красивом синеньком бассейне найти настоящие сокровища. Поэтому будет очень весело. Плавает. Что у тебя здесь? Скат синий? Да, я попробую его поймать. Можно? Тогда я буду ловить Немо. Немо. Есть. Привет. Ай, сорвалась. Сейчас я буду ловить его вот так. Смотри. Смотри, как я ловлю Немо. Смотри. Ой, сорвался. Тогда я буду ловить зеленого. Поймал, смотри, поймал, Злата, смотри, я рыбу поймал, синюю, смотри, синюю рыбу поймал, я поймал синюю рыбу. Ничего себе, это же Дори. Это же Дори, смотри, я Дори поймал. Привет, я Дори. Первая рыба у папы, ведро. Златы, держи мою, давай поменяемся, удочка, держи мою. Хочешь? Хорошо, я сейчас буду ловить другую рыбку. Я думаю, что лучше всего словит рыба Злата. Я ставлю на нее, что у нее будет сегодня очень много рыбы. Я поймал еще одну. Но папа не сдает позиции, это мы видим. Смотри, какая же, это? Кто же у нас из соперничества выиграет? Еще? Смотри, я поймал желтую рыбу. Куда ложить? Сюда. Давай еще. Папа, а Немо, что ты поймал? Немо? Нет. Не везет нам на Немо сегодня. Это на закуску. Самая интересная рыбка. Вот мне Злата подкидывает, чтобы я мог поймать. Подсек. Сорвался. Сорвался. Сейчас будем ловить его. Подсек, смотри, веду. Смотри, веду. Ты видишь? Может, руками его подхватить? Ой, сорвался. Веду. Злата петушка поймала. Доставай. Ура! Молодец. Можно я отцеплю? Да. Ничего себе, у вас рыбки плавают. Тут попался самый настоящий петух. Вот петух какой. Кидай сюда. Нет, ты поймала петуха. Я, конечно, не знаю, что здесь делают петухи, но они здесь почему-то именно у Златы в ее бассейне водятся. А кто? Кого ты нашла? Кто это? Я думаю, что там в конце будет не только морские жители, но что-то еще интересное. Это? Какая курица, я не понял. Мы на рыбалке или в курятнике? Смотри, Злата поймала. Да, на кур нам сегодня везет. Это точно. Просто там, наверное, очень много интересных сюрпризов в этом. Иди покажи бассейне курицу, которую ты поймала. Курицу! Где курица? Ой, какая курица! Чудо! Кидай. Давай еще. Подсекла. Что там у тебя, Злата? Я сейчас буду тоже пытаться выловить. Кто это? Кого ты поймала? Кто это, Злата? Собака. Какая собака? В воде? Это морская собачка, наверное, я понял. Раз мы находимся на море, и мы реально, я уже предусмотрел. Злата поймала морскую собачку. Представляете, ребята, морская собачка? Я вообще не представляю. А что будет дальше? А дальше будет только страшнее и страшнее, потому что, походу, Злата уже тащит коня. Какой-то конно-собачный куриный день. А вот смотри, папа подсек кого-то. Мы с тобой поймали друг друга! Сейчас я тебя спасу!
Ребята, как вы думаете, что рыбалка попалась на этот раз? Боже мой, это какой-то котопес. Какой-то котопес. Давай помогу. Давай помогу. Что там? Я думаю, это конь. Это конь! Кидай ведро. У нас уже а ну-ка покажи, улов папа. Получился. Ничего себе улов. Но мы еще продолжаем. Ну? И опять попало. А, блин, а мне не везет. Я вот ловлю, а у меня снасти постоянно ломаются, да запутываются. Златочка просто умеет ловить рыбу. Это? Скажи мне, пожалуйста, что ты поймала на этот раз? Смотрите, у меня мама. Это же собачка. Кто это такое? Я не могу понять. Мама, молодец. Поймала. Давай, я тебе помогу расцепить. Молодец. Давай. Ух ты! Синий кто? А это? Это. Наконец-то не мне повезло, я поймал целый скат. Посмотри, какой скат я поймал. Посмотри, посмотри какой. Прикинь, иди покажи. Покажи, какой папа скат поймал. Вот такой вот я рыбак, Слава. У нас сегодня именно улов. Нормальный? Кидай, кидай сюда. Кидай. Сюда. У Златы для особой экзотической рыбы специальная подставка. Кого это ты поймала? Кутики! Кутики! Кутики, это значит уточка! Злата говорит на всех уточек и гусей кутики! Посмотри, какой классный кутик! А это кутики! А ну-ну-ну-ну-ну, покажи-ка, ребята! О, какой сиротный! Кутики! Мама, мама кутики! Да, кутики! А я вот буду ловить еще кого-то! Ну что, папа, я вижу, там именно самые две большие рыбы прям плавают. Это Немо и зелененькая такая красивая. Сейчас я Немо. Они то Дори уже есть, а Немо нет. Он очень поймал, 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 поймал. Смотри, смотри, я Немо поймал. Златочка, смотри. Да, доставай, доставай, доставай. Папа, покажи нам Немо. Кто это? Дай захаваю. А сырого. Кто это? Это у нас Миша. Ну, две руки пошла ловить. И кого ты там поймала? Кто клюет? 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 Клюет или не клюет? Клюет? Какая большая. Вау! Какая большая рыба. Посмотри. Отцепи, отцепи. Это ты поймала. Ты молодец. Ого, какое большое ведро ты сегодня наловила. Да. Вот а ну-ка, покажи-ка нам эту рыбу. Вот это узнали сегодня рыбу. Все, все поймали. Это звездочка. Она, Злата нашла звездочку. Ложи. Ложи. Держи. 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 Покажи. Вот такой вот у нас сегодня, ребята, улов получился. Злата сегодня умница, порвала все рекорды. Но папа проиграл. Папа у Златы проиграл. Злата, ну ты... Злата, играл у Злата. Выиграла ты у папы сегодня? Да. Ну ты молодец. Ну, вы... У Златы вот столько вот рыбок. И кататься, я люблю кататься. И на десять и кататься. Ну, рыбалка у нас сегодня удалась. Будем идти домой? Да, домой. Да, домой. Бери ведра. Ну что, ребят, если вам понравилась сегодняшняя наша со Златой рыбалочка, смотри следующие наши видео, ставь лайки, лайки, подписывайся на канал Златы, если тебе понравился сегодня улов Златы. Обязательно напиши комментарии и как ты рыбачил этим летом. А мы всех ждем в гости на наши следующие видео. Всем пока-пока!